Вот такая погода. У нас для купания дождь идет, но от дождя скрыться можно только в воде. Вот такие бассейны, джакузи на открытой палубе. Вот Андрей идет купаться. Здесь недалеко каюта, в которой мы живем. Вот через эту дверь и этот коридор, туда дальше. А здесь вот такая картина. Норвегия встречает нас неприветливо. Мы это ждали, что увидим красивые фьорды. Ну ничего. Вот сейчас посмотрим, какой след дает наш корабль. Смотрите-ка. А? Ну все. Так я не один чудак, который в дождь купался. Вот там еще люди идут. А здесь так хорошо.